Ну что, пупсики, всем привет! Мой прошлый ролик про мою первую калибровку по стендов 2 набрал 29 тысяч лайков. Спасибо, естественно, вам огромное. Я говорил, что если наберет 20 тысяч, я прохожу вторую калибровку. Вторая серия — это напарники 2 на 2. И сейчас вы посмотрите, как вообще я ее преодолел. У меня для вас очень важная новость. У меня сейчас в Телеграме проходит очень топовый конкурс на вот эти скины. Если вы хотите их залутать абсолютно бесплатно, то просто спуститесь по ссылочке, нажмите кнопку, потому что уже скоро результат. И вам надо забрать эти скины, если, конечно же, у вас проблемы с голдой. Если у тебя проблемы с голдой, срочно участвуй в конкурсе. Ну а теперь погнали, я кое-что покажу. Раз, два, три. Та-дам, друзья, мы в игре. У меня откалиброван первый режим. И сейчас мне осталось откалиброваться в союзниках. Я вам сейчас покажу, как я их отыграл. Я их отыгрывал на стриме. Стата чуть-чуть хуже, чем в ММ. Ну, опять же, стата по выигрышам и победам. Но по КД неплохая. Смотрите, в союзниках у меня 1,6 КД, а в соревновательном 0,84. Убийств, смертей, как мы видим, больше, конечно же, в напах. Ну, не знаю, кто-то говорит, проще играть, кто-то сложнее в них, без понятия. В общем, сейчас пойду последнюю катку. Пожалуйста, с вас лайкос, с подпиской, буду максимально заряжен и стараться. Ну а вы пока посмотрите, как я вообще подобрался к 9-й победе. Как это было? Я реально отыгрывал неплохо, очень старался. Приятного просмотра. Все, я полетел. Ребята, первая каточка, пожалуйста, поставьте лайкосики. Хочу откалиброваться на этом режиме получше. А, вижу, все, я его увидел хотя бы. Домой. Можешь гранату в этот, во вход кинуть. Монтажер, вырежи, пожалуйста, этот момент. Нет. У меня потеют ладошечки. А, мы выиграли, все. Первая катка сыграна. Пожелайте нам удачи. Это вторая катка в союзниках. Блин. У меня патроны закончились. Решил обойти. Бродяга, ты где вообще есть? Блин, вот по киллам у нас почти одинаково против них, но они тащат. А, все, мы слили, кайф. А, я ее не поднял. Уф, хорошо. Слушайте, а мне говорили, щитами запрещено играть. Холдик, у тебя тиммейт 0 киллов. А почему так? Что ты за приколист такой, бля? Или этому тоже... Типа, он мне кланяется. Вот молодец. У меня аж во рту пересохло. Все. С меня хватит игры с рандомами. Друзья мои, на наши с вами любимые джижишечки есть обновление. Добавили два новых кейса в лимитированной серии. Это Джокер и бархатные тяги, где вы можете выбить себе перчаточки. А также, ребята, не забывайте вводить при пополнении мой промокод HOLDOG, который даст вам плюс 35% к вашему депозиту. А еще с помощью этого промокода ты сможешь открыть бесплатно кейсик Ребекка. Вводи и... Открывай на халяву. Тупо на халяву. Неплохо. Естественно, барабанчик тоже бесплатно. Три случайных скина при пополнении от 600. Имбулька. Также, ребята, не забывайте дамажить Джиджи Трона. Кстати, его сейчас замочили. И чем больше урона наносишь, тем больше голды забираешь. А также в нашей сборке пополнение, друзья. Вы посмотрите, сколько разных интересных новых кейсов. Обязательно открывай, окупайся и забирай голдишку себе на аккаунт. Очень быстрый вывод. 24 часа на 7 работает техподдержка. Ссылочка в описании. Пользуйтесь моими промокодами. Я что-то не пойму. Ты разминаешься или языком балакаешь? Ну-ка, разминочку. Я сделал все, что мог. Теперь поехали. Если я недостаточно громко кричал, меня убили. Пиндюк. Просто. О, мы выиграли. Пацаны, что вы тут делаете? Здорово, пацаны. До свидания. Эмочку на базу. Пацаны, мне страшно. Да займи такую не позицию. Что ты крутишься, как дела? Фух, все, надо остыть. У меня задышка. Сейчас плантить будет, вы резко вылетаешь. Во-во-во. Домой, стычки просто. Ты куда вышел? Ой-ой-ой. Давай, теряйся, блин. Шучки. Я не могу просто играть плохо. Я не умею этого делать. Ой-ой-ой-ой. Время тащить. Подожди. Разворот. Позицию занять, чтобы ты контролил бомбу. Да какая позиция? О-о-о, 5-0. Не, 5-1, ребят. 5-1. Ну ничего, осталось 5 каточек. Let's go, Гэри. Оп-оп-оп-оп-оп. Не, со спины нельзя. Не считается килл. Бах, куда ты бежишь? На балкон. Понятно, ты вообще не туда побежал. Так балкон, который около плен, ты. Так я иду на балкон. И стой, да, боже, все, короче, ясно. Сделал все наоборот. Ёп тудей, ёп тудей. Ёп ерстедей. Ёп туморроу. 6 из 10. Двигаемся дальше. Холдик, я тебя заставил тебе помочь. Нифига себе. Лол. Лол.
Ну, неплохая помощь. Домой. Спасибо за помощь. Ладно, да, купим щипчик. А для чего этот секатор этот я купил? Ногти грызть? Шизофрения. Ну и где вы, где вы, где вы, где вы? Пленти, боже. Что значит пленти? Бомбу ставь! А! Пачку! А! А, ну блин, ну блин, ну блин, ты козел, я тебя ненавижу, просто не выживи больше. Так ты... Соперники тебя пытаются задизморалить, что им ответишь? Ой-ой-ой, да он отвечает им не словами, а делом. Пупсоны 8.3, 10 кило, фоу, MVP, игрок, плеер, холдер 7.10. Легчайшая просто для величайшего. Йолого-палого, 15 хп. Не знаю, у тебя тиммейт не плентит, вообще убежал куда-то. Холдер, the best. Собака, блин. Давай, все надежды на тебя. Ну, была на меня, но теперь на тебя. Сзади, сзади! Попадай. Не слепись. Перезарядись. Мой школьник. Ученик, моя школа. 8-10. Еще две каточки, и у меня будет... какое там самое высокое звание? Глобал. Глобал. Да. Ты с какой-то девушкой попался. Ребят, никогда не играйте с девушками в стендов. Юль, соберись, пожалуйста. Сколько у тебя хп, а? Да боже, сколько у него хп, я уже в него высадил всю обойму. А что ты не покупаешь броник на первом раунде? Ты же нормально всю спас стреляешь. Да нема грошей. Ну так просто не покупаешь. Юль, боже, я твой... Ты молодец, конечно, но Юля. Тюрьма хп вытащил двоих. Я же говорил в окно. Нифига не вижу. Ой. Меня закололи ножом. Это позор. Это позор, не, это не вставляй. Нет. Сядь вам, да. А что, что происходит? Что происходит, алло? А что это? Господи. Что это? Багануло. Ух, мы выиграли. А что нас пестилем? А, у нее АВМ. А, у нее АВП, потому что. Боже. Боже, они на таком лаке выиграли. Два поражения, это плохо. Ну что ж, а сейчас мы пойдем в последнюю каточку. И посмотрим, что из этого получится. Блин, я волнуюсь, если честно, немножечко, потому что я прошлую катку, последнюю в ММе, очень плохо отыграл, очень слил. Надеюсь, мы здесь сейчас затащим, я буду очень стараться. Мне на самом деле почему-то в напах кидало каких-то очень рандомных и очень таких сомнительных напарников. Я даже тащил там за двоих, да, получается. Дентекс, ты заряжен? Дентекс заряжен. Let's go, Гэри, ребяточки, поехали, смотрите. Оп, здорово, оп, не попал, оп. А, отлетел. Матч начался, последняя каточка. Пупсики. Переживаю, волнуюсь. Оба. Вот так обходим. Убил. Минус один. И минус второй. Ребята, самый ценный игрок у нас Халдир. Если бы я еще и бомбу поставил, вообще бы цены мне не было. Так, ну что, мы можем уже позволить себе сразу со второго раунда винтовочку, но возьмем петушка. Это я не про себя. Так, окей, полетели, родненькие. Блин! Черт! Там тупо макушечка мою видно было. Ладно, 1-1, счет 1-1. Вот он, спрыгнул. Я его убил! Пупсоны, я пока что лидирую. Козел, блин! Ладно, прикиньте, он меня так четенько выцепил, как... Блин, ну ладно. Домой. Блин, вот я умер зря. Если бы не умер, у меня бы неплохая стата была бы. Ну ладно. Так, берем снова эмочку. А, у меня ни на что не хватает. Короче, пока что все плохо по экономике. Главное, чтобы мне не прилетело сейчас. Минус один. Наша каточка. Домой. Так, наконец-то я закуплюсь брони, дефьюз. И возьму себе бомбочки. Все. Опачки. Мне говорят, научись раскидкам. Ну, ребят, а вот так нормально, смотрите. Оп. Порядочно? Закинул. Упс, у меня перезарядка. Легчайшая, ребяточки. Победка. Я и убил, и затащил, и задефьюзил. Самый ценный игрок Холдик. Не, ну вот эти каточки мне нравятся, ребята. В напах уже получше. Смотрите, 8 киллов я сделал. Ничего, что происходит? Чё несется? Ну, я говорю, мне в напах больше нравится. Прям вообще, вот в ММе, ну... Ну, там, конечно, там командный бой. Там по топовой, наверное, игроки играют. Сзади. Домой!
Извините, это я. Это было лишнее. Смена команд. Ну, найс, камбэк. Хотя как камбэк? Мы не проигрывали. Теперь... Так, ну теперь мы еще будем бамбу ставить. Я сейчас, может, стату себе набью неплохую. Мне интересно, какое мне сдадут звание, ребята. Очень интересно. Я не пойму, откуда стреляют. О, а что? Я там никогда не был. Что там? А что это за место такое? Киберспорт. Киберспорт? Понял. Упс. Да, вот он справа с дробовиком стоит. Легчайшая была, пацаны. Ну, я выдал нормальные, да? Нормальные каточки выдал. Итак, момент истины, ребята. Сильвер 3. Ну, я на больше, да, старался? Да, ты нам... Ну, ты лучше меня отыграл, боже, я какого вообще отыграл? Ты просто 3-4. То, что нужно для видоса. Пупсики, ну, короче, третий сильвер. Ну, по званию пока что не особо, да, там. Я вам показал крутые каточки. Я показал вам свой результат, которым для... Я лично очень... Горжусь. Ну что, пупсики, вверху вы видите два звания. Первое в напах, второе в ММ. Это мои первое звание и оба не Silver 3. Но так получилось, что я отыграл 8-2 получается. Стата у меня в союзниках 1,8 КД. 99 побед, 55 смертей, прикиньте. В общем, 80% побед. Ну, в ММ у меня что-то все плохо пока. Общая статистика у меня вот такая вот, 0,9 КД. Но ничего, я над этим работаю, я буду стараться повышать свой скилл. Я теперь добавлю, скорее всего, буду дуэлиться. Вы меня часто просили, давай дуэли. Ну, подуэлимся теперь с вами, попробуем, как вы играете. Я уверен, что вы меня будете вообще унижать. Но, тем не менее, я теперь добавлю дуэли. И, возможно, я скоро создам клан. Ставь лайк, если хочешь, подписывайся на канал. Спасибо за видосик. Дентек, спасибо. Залетайте к нам на стримы, мы играем часто с подписчиками, поэтому будем вас ждать. Всем удачи и до новых встреч. Пока.